лаяли представители народного ополчения. У здания больницы скорой медицинской помощи забросали яйцами народного депутата и кандидата в президенты Олега Царева в тот момент, когда он пытался попасть в лечебное учреждение, чтобы навестить пострадавших антимайдановцев во время событий 7 апреля у Николаевской ОГА. Активисты попытались не пустить в больницу Царева, и им это удалось. В депутата полетели яйца, его облили водой, а также между ним и руководителем ополчения произошла потасовка. Ни охрана Царева, ни присутствующие сотрудники милиции не смогли этому помешать. Нардеп несколько раз получил по лицу. Цареву удалось прорваться только ко входу в БСМП, дальше его не пустили. Сам кандидат в президенты назвал происходящее фашизмом и ушел. За пределами больницы майдановцы начали скандировать «Царев на колени» и «Коридор позора». Уже когда Царев садился в свой автомобиль Porsche Cayenne, одна из активисток облила его водой.